Добрый день, дорогие друзья. Вот смотрите, получается, переходите по ссылке, которая у меня в телеграм-канале, сайт e-request.am, русский язык можете выбрать, можете армянский язык выбрать, я показываю на русском языке. Значит, на этом сайте мы, получается, выбираем вот это квадратик, где написано письмо. Нажимаем далее вперед. Выбираем физлицо. Здесь ставим галочку. Здесь вперед. Здесь выбираем. Пишем, например, свою фамилию и отчество. Гражданство. В зависимости от того, какое у вас гражданство, вы выбираете. У меня так как российское гражданство, я выбираю Россия. Спускаюсь, нахожу в списке Россию. Почтовый адрес указывайте той страны, в которой вы живете, куда ответ должен будет прийти. Пожалуйста, там Россия. Соответственно, здесь вводите адрес. Здесь пишите электронную почту, там, например, номер телефона указывайте, далее, значит, здесь ответ придет на электронную почту к вам, и здесь выбираете, кому направить письмо. Выбираете здесь национальное собрание, аппарат президента, аппарат премьер-министра. Дальше там внизу есть Министерство иностранных дел, полиция Армении, Генеральная прокуратура Армении. Скопированный текст письма вы сюда вставляете. Смотрите. Вставить. Весь текст отправили, точнее скопировали, сюда вставили и нажимаете вперед. Ой, я здесь не выбрал, да, например, там. Сейчас выберем там, например. Нажали вперед. Если вы здесь что-нибудь не указываете, из-за этого как бы такое происходит там. Что мы указали? Вперед. Предварительный просмотр вводится. Вот предварительно просматриваете. Далее, получается, подтверждаете. И если, ну, у вас наверняка ни у кого ID нет, у меня нету, я поставил также без подписи. Здесь как бы проходите проверку на робота, всякие разные там фотографии выводятся, там спрашивают, где вы видите, например, горы, либо где вы видите машину, выбираете эти квадратики, где вот какое-то там определенное изображение, нажимаете на «Далее», он автоматически определяет, что вы не робот. Далее нажимаете «Отправить». И вам присваивается вот такой вот номер. Вы его можете скачать и на телефоне, и на компьютере. И все. Далее просматривать как бы информацию по вашему заявлению. Просим распространять это видео для того, чтобы люди знали, каким образом можно отправлять письма в адрес электронного правительства Армении. Подписывайте, что вы являетесь именно сторонниками правозащитника Арутюняна Давида, чтобы они понимали, какое мы дело делаем. Спасибо за внимание.